Я с радостью поделюсь знаниями о Гоаулдах. Журнал капитана. Запись номер 46. Вселенная Звездных Врат. Гоаулды. Самопровозглашенные боги. Боги ацтеков. Куатликуэ. Тунатуи. Тоскатлипока. Чальчиутликуэ. Согласно известным источникам, канонический телевизионный сериал «Звездные врата ЗВ-1» 1997-2007 года, неканонический роман «Звездные врата» ЗВ-1 «Город богов» 2005 год. Куатликуэ, королева-матка Гоаулдов, в ацтекской мифологии та, что в наряде из змей. Наша змеиная мать, вдова старого бога солнца и мать тысячи звезд и луны. О ней упоминается, когда речь заходит об омеоканцах. Именно с ней и ее последователями они воевали и одержали тяжелую победу. Большинство владык и вассалов погибли. Однако Куатликуэ уцелела, но и омеоканцы потеряли былое величие. Они обосновались на Тауре, став богами-основателями мезоамериканской культуры. Неизвестно, когда Куатликуэ была принята в круг повелителей, но к моменту, когда Ра изгнал ее за небывалую жестокость, Таури была столицей империи Гоаулдов, а омеоканцы давно ее покинули, организовав эвакуацию многих поклоняющихся им народов через свою транспортную сеть из хрустальных черепов. После изгнания Куатликуэ не удалилась. Она решила спрятаться во владениях Ра. Отправилась на Таури и на незаинтересовавшем Ра материке основала свою империю ацтеков. Совсем кстати пришлись оставленные бежавшими омеоканцами территории. Ацтеки застали крупнейший центр Мезоамерики в величественных развалинах и дали ему имя Теотиукан, место, где родились боги. Империя Куатликуэ держалась на жестоких ритуалах и человеческих жертвах. Однако один из сыновей предал ее и сообщил обо всем Ра. Куатликуэ пришлось покинуть Таури, но она не бросила ацтеков. Со своими отпрысками, в числе которых были Тунатуи и Тескатлипока, она напала на миры под защитой омеоканцев, которые были скрыты от системы Звездных Врат и не контролировались империей Гоаулдов. В записях на планете Якскин есть упоминание, что после применения вируса народа Якскин против захватчиков Куатликуэ все-таки выжила. Дальнейшая судьба Куатликуэ расплывчата. Танатуи. Гоаулд – солнечный бог в ацтекской мифологии, известный как Пятое и Последнее Солнце, который возвысился, когда все боги умерли. В противостоянии с Кецалькоатлем, омеоконцем, мезоамериканским божеством, защищавшим жителей Халаткан от гоаулдов, одержал победу. Вместе с ним сражался его брат Тескатлипока, который после победы понял, что может стать повелителем Халаткана, и самонадеянно выступил против него, за что и был убит. Позже Танатуи был убит в схватке с Тилком. Тескатлипока, Гоаулд, выступил против своего брата Танатуи, претендуя на Халаткан, и потерпел поражение. В мифологии майя Тескатлипока считался главным врагом Кецалькоатля и богом ночи, ночная ипостась Тонатуи. Чальчиутликуэ, та в одеждах из нефрита,
богиня пресной воды у ацтеков и путешествующих по воде. Ее символы были обнаружены на Орбане, куда омиаконцы переселили предков арбанийцев. Там же, на Орбане, было найдено изображение, идентичное шлемам гвардейцев, военачальников и гуаулдов владык, что подтверждает вторжение гуаулдов в миры, находившиеся под защитой омиаконцев. К тому же, в изображении угадываются формы змеиной головы, которые вполне могут соответствовать божественным зооморфным атрибутам и символам Куатликуи, известной как наша змеиная мать, которая и возглавила вторжение и привела ацтеков. Выключайте!